Визингамот программа мнений с участием лучших русскоязычных журналистов Израиля. Визингамот. Шалом, дорогие друзья! Вот мы и собрались. Мы собрались сегодня. Как вы знаете, заседание Визангамота у нас, к сожалению, с некоторых пор не проводится. Регулярно не проводится, но Визингамот никуда не девался, конечно же. И сегодня в нашей студии собрались, ну, почти все, почти все. Илана Михаил, Марк Горин, Борис Слуцкий, Леонид Луцкий, Александр Гураре, Александр Ронкин, Лазарь Данович, Олег Якубов, Александр Гальцекер, Александр Цинкер и Михаил Горин. Вот. Сегодня у нас 4 года нашему радио. У нас мало времени, потому что у нас много народу. Где-то по 4 минуты получается. Поэтому я сразу прошу, ребята, не тратьте время на поздравления. Я знаю, что вы все хотите нас поздравить и всего там самого наилучшего пожелать. Давайте все-таки поговорим. Мы давно... Нет, ну, как бы все, все наши члены Визангамота появляются. У нас каждый день появляются у нас в эфире поэтому многие темы, многие темы они затрагивают, но тем не менее, вот что бы вы хотели затронуть сегодня, как всегда, каждый член Визангамота имеет право высказать свое мнение по поводу любого события, любой темы, которые привлекли его внимание. Ну, давайте не будем тратить время, Илон Михаиле, у нас первая Ladies First, как всегда. Здравствуйте, дорогие коллеги, все равно полсекунды я поздравляю лучшее радио, мы любим лучшее радио, лучшее радио это лучшее радио, не так ли, господа? Да. И поэтому четыре года пролетели, можно сказать, как один день. Я уже говорил, четыре было... года лучшему радио Визангамоту, сколько Два Лет 28, да, сколько? Как минимум, да. Ну, мы не будем говорить, что животным считается год за 8, поскольку вы все же радио. Но, тем не менее, это было накануне эпидемии коронавируса, когда это случилось. Нам казалось, что ничего хуже этого уже быть не может. И кто-то написал в Фейсбуке тогда, подождите, подождите, ужасаться, пройдет пару лет, и вы будете с ностальгией вспоминать коронавирус. Mm -hmm. Ну, что делать? Вот сегодня мы с вами собрались, и я хочу все же, подводя итоги этих четырех лет, пожелать тебе, Цвика, лично и всему лучшему радио, чтобы в следующем году мы отпраздновали ваш пятилетний юбилей в оптимистичной, доброй... И жизнерадостные обстановки, более оптимистичные, чем сегодня, чтобы к этому моменту мы были уверены в завтрашнем дне, чтобы все те, кого сегодня нет, кого похитили, они вернулись домой, и чтобы все мы залечили свои душевные раны к тому времени и в этом нам очень поможет, конечно, за ваше радио. Вот такое у меня краткое вступление, господа, надеюсь, вы меня поддержите и чтобы не терять время попусту, я просто хочу сказать, что ну столько всего интересного, как в том анекдоте. У вас все такое вкусное, что не знаешь, за что хвататься. Вы наверняка, будучи людьми образованными, интеллигентными, затронете и экономику, и политику. А я затрону такую тему, которая, может быть, кажется вам второстепенной, а мне она кажется а... Неприличный, и именно поэтому я ее затрону. Английские СМИ опубликовали фотографию сына нашего премьер-министра на балконе элитного здания во Флориде, отдыхающего с кружкой в руке. Не знаю, что у него там было, не будем даже в это углубляться. В трусах и в майке с довольным лицом в то время, как у нас на передовой доблестно сражаются и, ну, к сожалению, не стреляю, гибнут. Ну, но... а да, да, вот к чему я все это. Я, я к тому, вернусь. что, конечно, а, а, отец за сына, что называется, видимо, не в ответе. Вот, вот в данном случае, наверняка. Да, но в ответе это ты потом, потом Саш, скажешь. Я просто говорю, хочу сказать, что это настолько неприлично это неприлично, учитывая все происходящее, это непри... неприлично, учитывая трагедию, которую переживает этот народ, и это неприлично еще и потому, что об этом говорят все мировые СМИ. И только одной семье в нашем государстве все это прилично, и это очень, мне кажется, странным и неподобающим. Вот, собственно, все, что я хотела сказать. А теперь я предоставлю... Uh, микрофон. тысяч долларов в месяц стоит аренда. Пять с половиной, если уже на то пошло. Плюс и, плюс и, два и... охранника от uh, шабака. шабака. Можно предположить, какие у них зарплаты, ну, автомобиль наверняка и прочее. Еще его фотографировали, играет в эту консоль, компьютерную с очками виртуальной реальности, видимо, там он стреляет монстров. Вот в виртуальной реальности в то время, как его может быть, он я нет, я не хочу сказать ничего лишнего про то, куда и в кого он стреляет. Пусть ребенок, конечно, развлекается, но да, вот, собственно говоря, собственно говоря, это все, что я хотела вам сказать пожалуй. Так, да, сейчас Леонид Луцкий и следующий у нас. Со свиданием. Да, да. Вчера беседовал со своим немецким коллегой. Ну, естественно, разумеется, еврей. Разумеется, он давно живет в Германии. И, разумеется, прекрасно вписан в тамошнюю профессионально в систему, СМИ, и он рассказывает о том, какой в Германии общий фон по поводу происходящего у нас. Говорит, во-первых, безусловно, очень доброжелательный и очень произраильский в массе своей, он не берет маргинальные СМИ какие-то издания там, значит. Но вместе с тем ежедневно нагнетаются кадры из Рафаха миллион несчастных детей, палестинцев. Как им голодно, как им плохо, как что и что будет, то и что будет. Когда израильтяне зайдут уже и туда, вот мы ожидаем день-два, вот. И э, надо сказать, что это нагнетение идет круглосуточно по всем источникам по Ютубу, по телевидению, рассказами по радио. Идет, нагнетается, нагнетается. Я ему говорю, слушай, они не хотят в свою землю или в свой город взять 10 тысяч ребятишек, значит, и посмотреть, устроить им вот, приятную, комфортную жизнь. Вот. А еще... Кто-то опубликовал шикарные кадры до э, буквально до, до, до 7 октября. Они новые. Газа, магазин спортивной одежды. Перед входом выставлено штук 6-7 манекенов в спортивных костюмах, в кофеях с масками и медичательных кроссовках и у всех в руке ножи, длиннющие ножи. Вот я тебя вспомнил, когда буквально вчера э, заместитель генсекретаря ООН сказал, что ХАМАС не террористическая организация, это общественное движение. И даже наш министр иностранных дел, да, собственно, все с изумлением выдерживали эту паузу, прежде чем сказать, ну, вы там совсем не в себе, вон, что же это происходит. Вот, поэтому я считаю, что не только мы должны говорить обо всем происходящем, но наши Уважаемые радиослушатели, беседуя со своими родственниками, друзьями в разных странах, как-то должны, обязаны это дело доносить по возможности всего. Спасибо, Леонид Луцкий Лазарь Данович. Да, я не буду поздравлять, но желать буду. Поэтому я перехвачу сейчас немножечко эстафетную палочку у Леони Луцкого, который все говорил очень правильно. И я хотел бы вот чем это дополнить: Минздрав Газы, а всем понятно, что это точно такая же административно-террористическая единица, как все, что есть в Газе, и наличие подземных ходов, складов под больницами, участие медперсонала в преступлениях военных и вообще сам характер террористической деятельности этого, казалось бы, ну, э, структуры здравоохранения сам себя выдает. Так вот, вот эта э, административно-террористическая единица под названием Минздрав Газа сегодня или вчера опубликовал свежие цифры о том, что 29 тысяч э, палестинцев, я беру все в кавычки, то есть жители Газы, Убиты. Среди них преобладают просто со страшной силой преобладают женщины-старики и дети. Вот. И более 68, по-моему, э -э ранено, из них достаточно много тяжело и, -э -э и катастрофически. И... В общем, легких ранений там фактически нет. Вот такая статистика: значит, просто при, одной, при одном арифметическом действии деление условных 2,5 миллионов населения газы на вот эти вот 100 тысяч, получается, что каждый 25-й либо коллега, либо труп. Где они это успели похоронить, не знаю. Где они успели разместить 68 тысяч раненых и больных, если у них всего, по-моему, 4 больницы крупные, вот, по домам, я не знаю, как где. Вот. И как так получилось, не знаю. То есть сразу видно вранье. От начала до конца вранье. Цифры завышены, перевраны и так далее. Да, к сожалению, увы, есть сопутствующие, называемые, так называемые сопутствующие потери. Да, при том подлом и бесчеловечном поведении военном, которое характерно Хамасу, гибнут, гибнет гражданское население, ни в коем случае не буду называть его мирным. Там мирного населения нет. Там есть гражданское и военное и военно-гражданское, которого значительно больше, чем первого и второго. Вот. Даже если это учесть, то, ну, наверное, тогда получится, что каждый сороковой стал либо жертвой, либо пострадавшим. Но показанные кадры, именно сделанные арабскими журналистами, арабскими блогерами, сделанные в Рафиахе, в Рафахе и в Ханьонесе, Показывают, что там густейшие толпы, и большая часть из них составляют вполне себе прямоходящие и двуногие э -э субъекты половозрелого мужского возраста, то есть те, кто может держать в руках РПГ, даже несмотря на резиновые тапки. <св вот, и -э АКМ, и черти что, и быть ракетчиком, и кем угодно. Каким образом при таком повальном совершенно жертв, ну, количестве жертв так много военно выглядящих мужчин среди, так сказать, беженцев? Где там женщины, прижимающие сирот к груди, и где там э, старики несчастные? Что-то их не видно. На улицах полно этих. Так что не верьте этому. Это вранье. Конченное вранье. Как и все, что таким образом сообщается война должна быть закончена она будет закончена полной победой и дай бог вот это пожелание не по не лучшему радио, а, а всем. нам всем освобождение заложников в выгодных в справедливых и правильных условиях, которые продиктуем мы. Спасибо лазар Данович, дорогие друзья небольшая реклама и мы продолжим Визингамот. Программа мнений с участием лучших русскоязычных журналистов Израиля. Визингамот. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, в которой сегодня принимает участие Александр Гурарье, Алекс Ронкин, Борис Слуцкий, Леонид Луцкий, Марк Горин, адвокат Александр Гальцекер, Олег Якубов, Илана Михаэли, Лазарь Данович, Александр Цинкер и Михаил Горин. И э, следующий у нас получает слово Марк Горин. Марк, э, пожалуйста, сейчас секунду. Я, вот. Я пытался вот эти несколько минут <laughs> вспомнить, сколько же лет все-таки в Зигомоду, если иметь в виду из самого начала. Я да. думаю, что в этом году журналистского парламента славного чудеса журналистского парламента, я думаю, что в этом году тридцать. Тридцать даже. Да. да. Думаю, что в этом году может с лавиной или на половину меньше, я уже не помню точно. Да, точная точные неизвестна. Но... даты неизвестны. Да. Да. Но думаю, что в эту году 30, кстати, кстати повод. Надо поинтересоваться, я думаю, <с> можно 30, сделать, 30, 30. это можно сделать. значит точно 30. Да, окей. Okay. Значит, а теперь к делу. Значит, Ивана тут сказала, что вот эта фотография сыном премьер-министра там с кружкой там, на балконе там в Флориде, когда его сверстники защищают даже страну и погибают, это неприлично. Я стал думать, а что же прилично? Э -э устраивать муниципальные выборы так, чтобы те, кто не служит и не защищает отечество, быстренько расхватали муниципальные деньги, муниципальные должности, это прилично. И я знаю семьи где детям покупали бронежилеты, приходили вот на день там как-то. Мы -то тоже -то... знаем да. такие семьи. Да, бронежилеты. И знаю организации, которые собирали деньги, чтобы купить эти стельки термопроводящие, чтобы солдаты грелись в холод в зима в mm -hmm. Ну, Не проводящие, да, 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 там термозащиты, я знаю. Не в этом дело, понятно чтобы солдаты, солдаты подкладывают под майки и это греет холодно в окопах. Русскоязычные пенсионеры, которые власят ну, голодные существование, доплачивают деньги от лекарств, доплачивают за частные квартиры, которые их душат, собрали сотни тысяч на помощь армии. И в это время Министерство финансов, святые солдатские деньги, на эти деньги повышает содержание типа управления еврейской идентичности там управление там еврейской там они дают, какие-то вот такие вот дела. У нас, сколько у нас? 38, по-моему, министерств. 36, 36 неважно. Вот, из которых по мнению всех обозревателей 10 точно никому не нужны. Они просто съедают деньги. Вот сейчас солдатские деньги съедают. Им каждый все время повышают финансирование. Ну, о том куда, в какую, так сказать, субстанцию нас опустили в финансовом смысле тех, кто вот раздает эти деньги. Я думаю, Саша лучше мне расскажет и не логко его присутствие об этом говорить. То есть, да, ну вот действительно, разве что вы Ну что, а что прилично? То, как наш лучший друг Соединенные Штаты их президент отзываются о премьер-министре, это прилично? Ну, я не буду повторять на радио то, что о нем говорят. А то, что господин, допустим, Бенгвир говорит о нашей армии, это прилично. Армия, которая защищает страну, говорит Бенгвир, который, по-моему, никогда уже не служил в армии. И себя патриот, это прилично. Что же прилично? Но я уверен в двух вещах, что мы, безусловно, победим внешнего врага. Это безусловно. Ну, я не упомяну там законопроект, когда, да, когда будут, всем повысят необходимость служить, кроме тех, кто вообще не служит. Победим. Я, я, уверен, что мы победим, и, и, здравый смысл победит после войны на, на выборах, здравый смысл, и вот эти неприличия закончатся. Я подумал, а что же все-таки прилично? В театре Родовильского, прекрасный спектакль Каликова очень достойно, в театре Гешер, Ричард Третий, знений, дуоден, главной роли очень достойно. Так что нам есть, на что посмотреть любого вас. Наш, спасибо, извините, хаос. спасибо, Марк Горин, Александр Гураре. Раз уж тебя упомянули, упомянули <сих> ты у нас суме, будешь да, отвечать за кредитный рейтинг. Я буду отвечать за всех. <сих> да, ну война, войной. Как бы обед по расписанию. А, как следовало, в общем-то предположить кредитное рейтинговое агентство понизили кредитный рейтинг Израиля. А, причем потому что, потому что а, этого следовало ожидать. Но тем не менее я хотел бы обратить ваше внимание на а, реакцию нашего правительства, то есть когда был понижен кредитный рейтинг. Выступил Бениамин Натаньягу и э, господин Смотрич. Ну, Смотрича я вообще опущу, поскольку э, не ведает он, что творит. А Бениамин Натаньягу очень хорошо все понимает. Он блестящий экономист, он был одним из лучших э, министров финансов государства Израиль. И он все прекрасно понимает, но он вышел и сказал, что да, это политическое решение, я понимаю. Война, но мы обязательно победим, и вот когда мы победим, все станет все снова хорошо. Правда, он не сказал, поженимся или нет. Mm. А, вот. и, и я хотел бы отметить, что э, неоднократно уже упоминалось, в общем-то, я говорил о том, что э, рейтинговые агентства, э, они очень серьезные, так сказать, солидные учреждения, э, они иногда прислушиваются к мнению там, руководителей о государств, руководителей государственных банков определенных государств. Э, в частности, в мае прошлого года, 23-го года, Бенинино Таньяго провел такой блиц переговоры с руководителями ведущих рей рейтинговых агентств, которые тогда уже собирались понизить кредитный рейтинг Израиля задолго до войны. А причина была проста и очевидна. Это юридическая реформа, которую пытались всеми силами, всеми четырьмя лапами протолкнуть а, правящая коалиция. И тогда Бениамин Атаньягу пообещал им, что никакой юридической реформы не будет. Он все приостанавливает. И поэтому, значит, ему поверили и не понизили кредитный рейтинг буквально через в течение ближайших там месяца после этого разговора все пошло опять то есть опять начались безумные выступления министра юстиции и все покатилось я тогда сказал что кредитные агентства обмануть можно то есть обмануть можно любого но обмануть их можно один раз и вот один раз их обманули и поэтому сейчас когда вот до накануне принятия решения агентства Мудис Ниагу пытался поговорить с руководством агентства, с ним даже никто не захотел разговаривать. То есть основная причина, которая указана в отчете рейтингового агентства, вовсе даже не война. Война там, если не ошибаюсь, на третьем или на четвертом месте. На первом месте это неопределенность, вызванная продолжением юридической реформы. Ну, правда, сейчас она тормознулась из-за войны, но след идет опасениям по поводу ослабления юридической системы и в лице Верховного суда и уже там на третьем и на четвертом война и так далее так что вслед за этим буквально через неделю был понижен кредитный рейтинг пяти ведущих израильских банков ну это как бы следствие первого понижения ну скажем так прямого ущерба нашим карманам это не нанесет, но, так сказать, опосредованно, несомненно. Сразу вспоминается старый советский анекдот, когда а, сын обращается: "Папа, папа, опять цены на водку повысили. Теперь mm. ты не будешь меньше пить, mm. нет, сынок. Теперь ты будешь меньше есть". Вот на этой оптимистичной ноте я хочу сказать, что надо затянуть пояса, у нас будут очень серьезные проблемы, у нас будет повышение налогов, и надо пытаться экономить и верить с оптимизмом смотреть в будущее. И поздравления лучшему радио. Спасибо, Александр Гурарье. Алекс Ронкин, ты следующий. Я не могу удержаться, я тоже все-таки поздравляю лучшее радио. И себя, самого с его как бы, существованием. Я хочу затронуть две темы. Первая тема, которая коснулась Ивана, что сын за отца не отвечает. Да, вопрос в том, а кто отец? Помните, как Бендер спрашивал, mm -hmm. да? когда его сын лейтенанта Шмидта? Вопрос в том, кто отец? Так вот, если отец руководитель страны, то он отвечает за своего сына. Помните, вся наша, вся наша пресса с удовольствием молит о том, и мы даже публикуем это в листовках, которые разбрасываем в газе, как проводят время дети там Халида Машаля, Исмаила Хаи, как они там по магазинам ходят, да? Покупают себе брюлики. Да-да-да, а в это время, а в это время как бы сын Никонегу, вот я открываю газету или интернет, и вижу молодого красивого парня, и надпись «Погиб в газе такой такой-то, такой-то. Старший сержант, лейтенант, красавчик, любо дорого посмотреть. И когда я думаю, вот в этот момент, когда я думаю о том, что сын премьер-министра э, призывного возраста в это время э, красуется на балконе в Майами, во Флаги, где он там, э, это заставляет меня особым образом относиться к, к самому премьер-министру. Я считаю, что в такой ситуации премьер-министр должен либо заставить себя идти э, на военную службу, либо уйти самому. Второй я очень ну, Кстати, надо сказать, что младший Биби, да. он пошел в Милуим сразу, да, в первые дни войны. Биби, да. старший. Стар... Стар... Нет, нет, старший Старше. это Яир. Яр. 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 не, нет, я, я тоже почему-то их путал. Старший Яир, а Авнер да. младший. Это тоже пош... ходил, по-моему, две недели в пресс-службе он там. Не-не-не, он нет, пришел нет. он пришел в какой-то мокед и да. там сидел на телефоне. Отвечал, да. сфотографировался и уехал обратно. Совершенно верно. Да. Окей, э, поэтому... Заканчиваю эту мысль, э, Никоньяглов должен ответить за своего сына, это даже э, не обсуждается. Второе, то, что Леонид говорил, что мы все должны, как бы, и в том числе и граждане, простые граждане Израиля, заняться пропагандой. Я недавно мне недавно даже снова попался ролик с э, губернатором Нью-Йорка. На он выходит откуда-то из собрания, на него налетает толпа Леваков, и они кричат ему, это не новый ролик. И они кричат ему, позор, вы поддерживаете э... Деноцид. Деноцид". Деноцид. И Он отвечает двумя словами. Освободите заложников. Деноцид. Есть такое старое философское выражение, не нужно сотворять новые сущности. Не нужно придумывать ничего в пропаганде. Не нужно придумывать замудренных каких-то там теорий э, э, и, и прочие как бы э, пропагандистские чепухи. Нужно отвечать двумя словами: «Освободите заложников» и все, и больше ничего, потому что нашим врагам не объяснишь вообще ничего и никогда. Нашим врагам, с нашими врагами можно говорить только с позиции ультиматума Из тех, кто их поддерживает, с теми, кто их поддерживает. Освободите заложников, потом поговорим. Поэтому Рафах или любой другой город, он ум, шум, как говорил Бен Гурион. Сначала освободите заложников, потом поговорим. Спасибо, Алекс Ронкин. Борис Луцкий, ты следующий. Сейчас я вот включил твой микрофон. Я рад, что мы на самом деле сегодня стали говорить практически только о вещах не непосредственно военных, а этических, около военных, потому что, слава богу, лучшее радио которую я тоже, естественно, поздравляю, очень хорошо освещает реально происходящую историю и ежедневно на эфире все рассказывает, что происходит, молодцы в этом смысле, правда лучшие. Надо сказать, что вся история с Яиром она неприятна не только потому, что неприятна. Она неприятна, потому что Израиль как раз не в пример всем остальным на сегодня воюющим странам, показывает, что дети многих прочих министров и не только министров воюют и даже гибнут, как мы знаем, историю и сына и племянника нашего бывшего главы генштаба. И когда вот это все перечисляется, то возникает гордость, что действительно у страны есть будущее, если дети первых лиц государства идут и служат как абсолютно обычные, нормальные, простые другие ребята, не имеющие таких родителей. И там, когда мы знаем, что параллельно в России ни один ребенок, ни одного даже очень мелкого чиновника городского уровня не находится на войне, а история, которая была с сыном пресс-секретаря президента вообще когда-то облетела все средства массовой информации. Так и в Украине ровно та же история. Правда, в Украине можно предположить, что у них такое молодое правительство, что их дети, а у них обязательная служба с 27 лет, просто не достигли не только этого возраста, но даже привычных 18. Но этого мы точно не знаем знаем по другим гражданам украины очень известным очень популярным которые пошли таки воевать следующее о чем бы мне хотелось сказать с первой минуты как э, началась эта война возникла масса разговоров о том что э, наш премьер министр будет ее всеми возможными способами затягивать э, потому что он заинтересован в том чтобы изменились тенденции потери реликудам и им самим, значит, всякой привлекательности электоральной, и что пока будет эта война, он будет премьер-министром, поэтому не о чем говорить. Страшно в этом не, совершенно не то, что, скорее всего, так оно и есть. А ровно через три дня после начала войны весь народ, одновременно. Даже те очень ярые люди, которых в Израиле называют бибистов, в это, безусловно, поверили ни у кого не возникло сомнения, что да, скорее всего, так оно и есть. И эта история, надо сказать, жуткая, потому что, ну, я не понимаю, как народ может там доверять человеку и вообще государству создаваться по принципу, что да, вот у нас, конечно, во главе человек, который делает все только для себя, но при этом вот да, пусть он избирается, пусть он, так государства не создаются, ничего хорошего от этого не может быть. И, ну, единственное, что я хочу сказать, вот мы очень много слышим, как против нас те выступают, эти выступают, там идет пропаганда. Но мы уже довольно давно живем в Израиле, и довольно давно наблюдаем за каждым нашим историей, которая происходит в нашем государстве, каково общественное мнение и как оно реагирует. Надо сказать, что оно в данном случае реагирует, не могу сказать, что произраильски, не дай бог, но в наибольшей степени взвешенно. И это тоже создает некие надежды на то, что что-то будет происходить положительное. Спасибо, Борис Луцкий, александр адвокат Александр Кальцекер, Пожалуйста, ты следующий. Добрый день, коллеги. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, уважаемая лучшее Радио. Поздравляю. Спасибо. Э -э значит, я, я хотел поговорить про... Э операцию ее, по-моему, назвали по-русски "Золотая ручка", да, есть, золотая, рука, да. "Золотая рука", "Золотая ручка" даже стали да. называть в СМИ. Как-то оно вот э, Сонька Золотая ручка ну, вот туда-туда. Вот, вот, туда. Да, но ну, напрашивается ручка. Тем не менее, э, архиважная операция с точки зрения имиджа ЦАЛЯ. Э, давно не было даже попыток э, со стороны армии сделать нечто подобное, если я не ошибаюсь, в последний раз пытались освободить Нахшона Ва Ваксмана, по-моему, 93-й год был тогда, и приняли решение все-таки попытаться, ничего хорошего из этого не вышло, ни для имиджа, ни для Нахшона Ваксмана, ни для участников этой операции, и, как выяснилось, ни для премьер-министра Исха Карабина, который принял решение эту операцию провести, Поэтому тут, что называется, Шапо, всем, кто, так сказать, участвовал в этом, большое достижение и дорогого стоит. Что мне в этом, я тут как-то воспользуюсь голевыми пасами, которые здесь прозвучали уже по поводу Ниттенягу, как-то вот напрашивается. Естественно, утром на следующий день были опубликованы фотографии. Первые фотографии, они были сделаны из центров управления. Один был... На юге, на границе с Газой, второй был в, в, в комплексе Кирия в Тель-Авиве. Э, и вот я, ну, это для внимательных, да, то есть фотографии, где в основном сидят люди в форме, ну, в звании не ниже полковника, они сделаны пресс-службой ЦАЛЯ. И была одна фотография, то есть на них там иногда где-то проскакивает Нетаньягу, где-то там в сторонке сидит в черной курточке. И была одна фотография, где вот в центре внимания Нетаньягу, вокруг него, значит, люди в военной форме, вот, он сидит, и это единственная фотография, которую сделала пресс-служба канцелярии премьер-министра. То есть там просто вот Нетаньягу, главный дирижер, так сказать, этой операции, ну, вот так выглядит. Почему? Друзья пытаюсь предположить, да, то есть э, осмелюсь предположить, что канцелярия сделала эту фотографию на случай, так сказать, э, чем закончится операция, то есть если все будет хорошо, то она будет опубликована. А если все будет плохо, то она останется в архиве. Да? Mm -hmm. То есть никому не нужно показывать, что Нитаньягу виноват еще в этом провале тоже. <свят> то есть как-то вот так вот мне кажется, потому что это единственное фото, которое было сделано не пресс-службой ЦАЛЯ, <свят> но при этом там Нитаньягу просто главный на этой фотографии. Как бы, это <свят> Почему-то вспомнилась картина «Ленин на субботнике», <свят> да? то есть, где Ленин там держится за бревно. <свят> Которые, видимо, несли два других человека, потом их убрали, как бы, и вот получился Ленин, который несет бревно на субботнике. Э, Почему-то вот такая вот была э, ассоциация. Э, в этой, в этой связи хочется сказать, а чего вы тогда ждали от Яйра Нитаньягу? Тут Такие вещи затеваются для того, чтобы все это сделать. А, и, кстати, на следующий день Лекут заказал опросы. И это как-то там, где, где у них есть возможности, опросы были опубликованы. Естественно, Нитаньягу лидирует, как бы, да, то есть, там, где-то Ганс... Я не буду сейчас вдаваться в политические комментарии, как бы. Потом после Нитаньягу долго никого нет, потом появляется Ганс, потом Лапид, как бы, и так далее. То есть, и опросов бы не было, если бы операция была провальная. Но, но операция удалась, поэтому да. э, стоит э, отпраздновать, так сказать. Было еще много всего. Одно предложение, поскольку мне показывает Свизильбер, что пора. Да, Одно да. предложение буквально. Я, я хочу отметить, что на самом деле э, и в Газе, и на севере ничего не изменилось, хотя у нас такое более приподнятое что да. ли, настроение. Мы просто научились с этим жить. И, видимо, придется нам с этим жить еще долго. Оптимисты скажут до лета, пессимисты скажут всегда, и даже пессимисты надо... тоже скажут до лета. Да. Ну да, и так далее. Все, все, да. у да, нас да, все. катастрофически мало времени, следующий у нас Александр Цинкер, секунду, вот. Добрый день всем. Вы знаете, я когда сегодня выезжал сюда, ехал с севера, был ужасный дождь, ливень просто я так все думаю, в чем дело. Потом я понял, наверное, это конкуренты пла плачут, потому что улучшил радио 4 года. Пролетели очень быстро, как-то незаметно, но, наверное, это хорошо. Хорошо, что мы здесь бываем даже, когда нету визингомота и комментируем происходящее не только в Израиле, но и в других концах света. Тут очень много говорили о приличном, неприличном, о семье Натанягу. Почему-то я вспомнил тут же фильм «Мимино», когда, помните, такие, как он, mm -hmm. да, подводит всю нацию. Но я сейчас не об этом хотел сказать. Вы знаете, действительно много чего неприличного произошло, начиная с того, что надо будет разбираться со всеми виновниками 7 октября. И Гальцекер сейчас сказал, действительно, это практически вот как-то немножко изменила вот эта операция, которая показала, что еще Шабак, Масад, армия могут что-то организовать. Но, например, меня неприлично считают такие вещи, как... Я понимаю население, которое говорит, мы не доверяем премьер-министру, мы не доверяем правительству. Все, давайте завтра идем на выборы. Я считаю, что это тоже неприлично, это мягко сказано. По большому счету это очень опасно для государства. Я даже не хочу объяснять, почему во время войны такие мероприятия не проводятся. Тем более... Я никогда не ставлю себя например, на канале опросы общественного мнения по поводу партии, кто сколько мандатов набирает потому что это не актуально сейчас закончится война дай бог мы победим, дай бог освободятся заложники и когда вот мы поймем какие партии в каком варианте, в какой консталляции с новыми лидерами, старыми лидерами идут на выборы, только тогда можно будет говорить вообще, о чем думает э, население Израиля, э, как они оценили то, что было до 7 октября, то, что произошло во время. И я очень надеюсь, что тут говорят до лета, до какого лета, непонятно, но... У меня такое ощущение, читая прессу, особенно зарубежную, евреев, израильтян любят, когда или их бьют, или когда говорят о каких-то теоретических э, открытиях э, здесь среди mm -hmm. наших ученых. Когда Израиль стал обороняться и обороняться серьезно тогда вдруг начинаешь смотреть, что как-то вот эти симпатии начинают уменьшаться. Причем не только в отношении к Израилю, а антисемитизм в Европе резко подскочил. Даже уже английские, например, газеты выходят с таким открытием для себя. Смотрите, что происходит. 44% увеличения. То есть, но все равно Должны все понимать, что евреи это не евреи Второй мировой войны. Евреи за себя постоят, и мы показываем это, и все должны понимать, особенно руководстве ООН, что сегодня Израиль, он будет стоять, и он будет стоять надолго, а руководители, которые в ООН, это временные люди. Спасибо, Александр Цинкер, Олег Якубов. Добрый день. Ну, раз уже ЦВИ запретил, но все поздравляют ЦВИ. Во-первых, мои личные поздравления тебе, как главному редактору. Мои самые искренние поздравления всем коллегам коллективу редакции «Лучшего радио», потому что именно сейчас, вот четыре года, и так совпало, что в эти вот самые месяцы, коллектив редакции, я думаю, все технические работники лучшего радио, они прошли такой экзамен, который мало на какое средство массовой информации выпадал еще. Я восхищен вашей работой, и лучшее радио доказало, что оно действительно лучшее. Спасибо. Э -э -э, теперь пунктирно. Вот сегодня прозвучали слова о том, что нам придется затянуть пояса. Но это понятно, что нам придется затянуть пояса как по налогам, так и по э, повышению цен. И именно поэтому я хочу напомнить совершенно очень старую и достаточно циничную поговорку. Кому война, кому мать родна. Mm. Так вот, выборы, муниципальные выборы, я считаю и политической, и экономической диверсией. Потому что сейчас, когда... Даже вот речь идет о призыводниках. Один из наших коллег сейчас провожает э, в армию э, свою старшую внучку. И вот он мне рассказывает, вплоть до бронежилета. То есть чего там только не приходится докупать. И это хорошо, что имеют э, наши сограждане возможность купить что-то для новобранцев и вообще отправить что-то солдатам. Но страна не справляется, это же совершенно очевидно, что страна не справляется с тем, чтобы на 100% обеспечить армию всем необходимым. Значит, прежде всего, прежде всего, те, кто стоят у экономического и политического руководства страны, они должны пояса затянуть. О каких выборах сегодня может идти речь? Тем более, я хочу сказать, это мое личное мнение, что Главы муниципалитетов именно за эти четыре месяца, что сейчас идет война, большинство, по крайней мере, они показали себя наилучшим образом. То, кто сейчас пойдет на выборы, кто будет э, э, раздирать вот этот вот пирог, это те, кто претендует на должности заместителей и все такое прочее. То есть те, у которых единственная цель. Дорваться вот до этого самого пирога. Они не думают о своих горожанах, да, когда они будут избраны, они думают только о себе. И в этой ситуации делать это э, просто преступно. Ну, мне не хотелось бы на такой пессимистической ноте заканчивать свое выступление. Поэтому вместе со всем своим народом я разделяю оптимизм в том, что мы победим, и самое главное, что нам удастся освободить всех заложников. Спасибо, спасибо, Олег Якубов. Михаил Горин, сейчас секунду, вот твой микрофон. Спасибо. Ну, пока говорили здесь мои коллеги, я вычеркнул все приготовленные да, темы. Да, да. Миша Горин у нас всегда завершающий. Да. Ну, попробую успеть сказать все-таки об одной. И известный журналист Сергей Пархоменко рассказал, как он участвовал в дебатах на французском, по-моему, радио по поводу интервью Путина этому американскому журналисту Карлсону. И вместе с Пархоменко, он рассказывает, принимала участие какая-то украинская политолог или политолог, я не знаю, как правильно заговорить в женском роде, политолог, ограничимся этим. И вот она сказала, с изумлением рассказывает Пархоменко, что вы не понимаете, что на самом деле это был не Путин, а его двойник, потому что Путин давно умер. А в качестве обоснования того, что он умер, она рассказала секретную информацию, что, оказывается, после того, как в Москве приняли хамасовцев после резни 7 октября, взбешенный Нетаньягу дал распоряжение отключить дистанционно Путина, потому что Путин, оказывается, давно на израильских технологиях живет. И вот Нетаньягу дал приказ отключить его, его отключили, поэтому он давно умер. Ну, я не буду сейчас анализировать <laughs> степень серьезности этой истории. Я хочу сказать о другом. Что э, вот буквально сегодня, когда мы говорим, появилась информация, что в Москве в конце февраля под эгидой Москвы и Кремля пройдет такой всепалестинский съезд, в котором будет принимать участие Хамас, исламский джихад, Фатх, Э организация освобождения Палестины. И провозглашено это все это то, что под эгидой Кремля попробует значит, все, такое, все объединение. А Путин будет? Неизвестно. Ну, наверное, Лавров, может быть, будет. Не имеет значения. Это я все к тому. К этому надо добавить, что сразу после 7 октября в Москве дважды принимали руководителей Хамаса, притом людей, которые непосредственно причастны к принятию решения о бойне 7 октября. И поэтому вот мне просто интересно: после войны наши отношения с Москвой будут как-то переформатированы, учитывая, что когда началась э, агрессия России в Украине, судя по опросам, многие израильтяне, причем не только выходцы из бывшего СССР, активно были недовольны нашим, нашими теплыми отношениями с Москвой. Ну, сейчас-то, понятно, ушло на второй план, потому что у нас своих кровавых проблем достаточно. Но вот еще раз повторюсь, мне просто интересно, хватит у нас мужества и сил э, перезапустить наши отношения с Москвой. Я не говорю рассориться, но сделать их более практическими, практичными, может быть, и стоит. Если у меня осталось еще полминуты. Еще полторы минуты. Да, тогда я хочу вот вернуться к словам Саши. Гальцекера, да, о том, что когда вот мы провели операцию по освобождению заложников, ну, не мы, а, естественно, ЦАУ и спецслужбы, то после этого сразу опросы показали, как взлетели симпатии к Натыньягу. И это очень показательно, потому что до сих пор все опросы показывали, ну, просто нижайший, нижайший уровень доверия к Натаньягу. А вот теперь представим себе... То есть не представим, мы все надеемся на это, что наша война закончится победой. Я не знаю, в какой форме. Я очень не люблю это слово «победа», потому что я не понимаю, в чем она будет заключаться, кто ее объявит, по каким параметрам, и когда он это объявит. Где поднимут флаг. Где поднимут флаг, где проведут парад и так далее. Но, допустим, вот не будем придираться как бы к деталям. Вот мы достигли этой победы. Надеюсь, очень надеюсь, что она будет включать в себя освобождение заложников. Вот это изменит отношение израильтян к Нетаньягу. Ведь он же будет победителем, он же будет как бы принимать этот гипотетический парад. Израильтяне простят 7 октября, снова пройдут опросы, где симпатии к Нетаньягу взлетят до небес. Вот это очень любопытный момент – Э, восстановит ли он свои политические, как бы, свой политический капитал, который у него был до 7 октября. Посмотрим, это любопытно. И я поздравляю Спасибо. лучшее радио и лично Цвизильбера Спасибо. С очередной годовщиной. Друзья, на этом все. Это было внеочередное торжественное заседание Визангамота, в котором сегодня принимали участие Михаил Горин, Лазарь Данович, Александр Цинкер, Александр Гурарье, Илана Михаэли, Олег Якубов, Леонид Луцкий, Борис Слуцкий, адвокат Александр Гальцекер, Марк Горин, Алекс Ронкин. На этом мы с вами прощаемся. О следующих заседаниях Визингамота будет объявлено дополнительно. Спасибо всем за поздравления нашей радиостанции с днем рождения. Мы в воскресенье продолжим еще праздновать. Я прощаюсь с вами до новых встреч. Всем здоровья и терпения. Израилю победы, Украине победы. До новых встреч. Визингамот. Программа мнений с участием лучших русскоязычных журналистов Израиля. Визингамот.